Каждый год в Славянском районе строятся и вводятся в эксплуатацию новые социально значимые объекты. И 2023 год не исключение. В хуторе Голицын приступили к строительству нового офиса врача общей практики. С 2015 года в Славянском районе были построены три офиса врача общей практики в станице Черноярковской, поселке Целинном и Славянске на Кубани, а также три фельдшерско-акушерских пункта в хуторах Деревянковка, Красноармейский городок и Троицкий. Работа по созданию комфортных условий для оказания медицинской помощи жителям сельских территорий продолжается. В этом году в хуторе Голицын Кировского сельского поселения приступили к строительству офиса врача общей практики. Старое здание амбулатории не соответствует современным требованиям. Поэтому и было принято решение построить здесь новое медицинское учреждение. Спасибо губернатору Вениаминовичу Кондратьеву, что есть краевая программа, потому что за собственные деньги, конечно, такие объекты нам строить тяжело. Начало работ положено, срок сдачи объекта в этом году. Так что надеюсь, вот те пожелания жителей, которые на сходах постоянно задают вопрос, что больница, которая на сегодняшний день существует, она вот не в том состоянии, в котором нужно, и было все-таки принято решение построить новый объект. Надеюсь, подрядчик справится, на сегодняшний день работы ведутся, материалы завезены. Строительство врача общей практики стало возможным благодаря государственной программе Краснодарского края развития здравоохранения. Стоимость строительства и оснащения объекта составит около 61 миллиона рублей. Завершить строительство планируется в сентябре 2023 года.